Давайте начнем. Очень рада я, что наконец появились известия о Денисе. А то я думала, что совсем уж никогда своего внука больше не увижу и не услышу. И вдруг мне стало известно, что он живет в Америке, о нас помнит и очень доволен своей жизнью. А то у меня все на двери только были пометки, какого он рос. Я думаю, что Денис теперь уже очень большой. Когда я смотрю на дверные отметки, я вижу, что он за последний год вырос на 5 сантиметров. Если еще на 5 сантиметров он вырос и за этот год, то он уже стал совсем с меня и уже совсем мужчина. Желаю Денису всяких успехов. Вот я держу в руках цветочки, которые когда-то он покупал для того, чтобы в школу пойти с ними, а потом так и не пошел. Я на эти цветочки гляжу, они как воспоминания о Денисе, о том, что он держал их в руках, в школу с ними ходил. Я очень хотела бы, чтобы Денис опять приехал, чтобы ты приехал ко мне опять, чтобы мы опять съездили по всякие парки, поплавали на водных велосипедах, на... Помнишь, как мы бегали там? Дворцы. В Павловском дворце мы были на экскурсии. Там. Что ж тебе нравилось? Я даже уже не помню. Спорт. Нравился тебе велосипед? До сих пор велосипед. Твой велосипед у меня лежит. Я иногда на нем катаюсь. Вспоминаю, как ты здорово врезался в Дивенской какого-то соседа. Соблюдай, пожалуйста, правила уличного движения, а то опять кого-нибудь угробишь или сам угробишься. А вот папа. А вот дедушка. А вот идет дедушка. Дедушка. Ну, дедушка, ну? Скажи что-нибудь Денису. Денису? Да. Да, видишь, это все идет Денису на запись. Да, мы запишем, потом пошлем ему пленку. Это не надо слишком длинно, конечно. Скучаешь ты, Денис? Прости, большой и умный. Ну ты туда смотри, он там. Прости, большой и умный. Ну, большой-то где? Не забывай, что здесь тебя любят, здесь тебя ждут, всегда тебе будут рады. Мы о тебе помним каждый день. И все, девочка. И иди всегда в кадр, попади в кадр. Желаем тебе счастья. Может, смотри. Сейчас вот Пасха. Ну смотри, смотри. Мы празднуем Пасху. Да ты туда. Вспоминаем о тебе и пьем за твое счастье. Желаем тебе успехов. Денис, я тоже очень скучаю о тебе. Вспоминаю тебя часто. Помнишь, как мы ездили на Кубу? Я посылаю тебе пленку, которую мы тогда сняли, и фотографии. Вот. Я бы хотел, чтобы ты посмотрела, вспомнила это. Я думаю, тебе будет приятно. Ну, давай, я тебе. Еловые ветки поставлю. Все тетки похожие на... Официальная часть закончилась. Ну что? Вот. Может быть, она пошла не... Вкусная мяшка. Илюшенька всегда везде найдет тебе вкусный кусочек. Да, это нельзя в Америку посылать, там так не едят. Почему? Скажут, дикари у тебя родители. Что выросло, то выросло. Алеша, а вот эти штуки тоже барахлят. Почему? Не всегда включают. Профессионал должен определить, в чем ошибка твоя. Конечно. Ну что, надо же придумать. Так он же знает, что смешно ему. В большинстве случаев это мы вдвоем. Сейчас все переименовывают. Даже Ленинград переименовали. А тебе звонил? Ничего не изменилось. Они что думали, что если Ленинград опять назвать Петербургом, сразу колбаса появится, да? Нет, мы сначала туда...
продукты завезите, культуру верните. Смотри, ты снимаешь? Да, ремонтируйте. Приведите в то состояние, в котором... Да, да. Ну и так. Вкусно очень. Наталья Яновна, я вот хочу всех снять, а потом эту пленку Денису в Америку послать. Да. Да. Вот. Поэтому я вот сегодня маму уже снимал. Всех хочу снять. Вот Денису будет приятно. Ну а, когда Денис, скажите пару слов. Для Дениса. Записывается. Для Дениса. А что, даже... Да. Да, запишется. Вы помните Дениса? Привет, Дениска. Счастья тебе. И всего самого хорошего в жизни. Приезжай к нам. Провести лето. Вот у нас сегодня знаменательное событие. К нам в гости приехал Денис долгожданный. Он долго обещал к нам приехать. И вот, наконец, приехал. Мы его встречаем. С песнями. Яночка, где же ты? Тебя я люблю, как ловлю я дорог от обзора, нежный мир твою. Когда я вернусь в Гавану, чудесный край, я на навела красоту и пришла. Ты с ней моей встречай. Вдали от Гаваны, милой, чужом краю. Ты опять твою. Хорошо получилось, кстати. А это просто иногда, вот это держишь... У Яны сумочка рассыпалась, но она не огорчилась, мы ее потом починим, да, Яночка? Сейчас я... Ой-ой, только не так громко, Алёша. Да, ну она просто резкий звук. Елена. А где ты это сказал? Кубинский. Куба. 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 Это все из-за того. Вот это еще такая. Из тыквы. Давай еще раз. Я брал это, класс музыки на... Учитель всякие разные такие инструменты дал. Это тыква. Тыква. Такая. Да, прикольно. Дорогие дороги,
Вот если бы так бы все дружно всю картошку бы копали. Что ж, мы насчет картошки можем. Дров поджарим. Как вы думаете, что это за гора такая наваливая? Это Яна играет с Денисом в прятки. Вот от него тут кусочек. Мама, там стреляют. Вот Яна закопала Дениса, а сама в окошко смотрит. Яна, а вдруг Денис и правда там заснул? Давай посмотрим, что там творится. Потихонечку давай разбирай его. Денис, ты хотел спрятаться и заснуть, я поняла. Ну, Яна, ты уже шалишь. Да, Денис, признавайся в своих намерениях. Я просто заснул, и она меня скопала. Ты уже уснул? Угу. Так, Яна, перестань так обращаться с Денисом. Хорошо. Сейчас надо Дениса спать уложить. Иди, скажи папе, чтобы он Денису постельку постелил. Кататься на лыжах и за зубрами. А сейчас Денис покажет, как он здорово прыгает через забор. Так, сейчас, подожди минутку. Так, вот великий прыгун. Давай. Вот так. А теперь в другую сторону. Вот как. Легко и непринужденно. А теперь я. Не надо. Надо. Папа, рассыпешься. Вот туда будет. А ты где? Подожди, я же не вижу, куда ты. Я бегу. Где? Подожди, подожди. А это наш папа. А теперь обратно. А теперь обратно. Молодцы. Вот приехали зубров морковку кормить. Денис, ты будешь кормить зубра, бизона морковкой? Где у тебя морковка, покажи. Вот морковка. Яна, а ты будешь кормить бизона морковкой? Что? Будешь? Что, мам? Бизона морковкой будешь кормить? Буду морковку кормить. Вон тот идет, мы его сейчас покормим, если он первый приедет. Ты туда не прыгай, пожалуйста, к бизону. Ну-ка, что-нибудь... Вот, он уже близко. Ну-ка, что-нибудь получится? Ну-ка, давай, поактивнее, Денис, ему перед носом марши. Увидел. О, за ним еще целая куча. Давай ему, Денис. Он сейчас все прочухает. Морковку? Угу. Они морковку любят. Давай. Яне, дай тоже морковку. А вот еще один. На. А вот еще один. Морковку. Морковка-то послаще, наверное, будет, а то все хлебом. Они уже там, наверное, язву заработали. Да, хлебы там бывают. Вова ее, пожалуйста. Вон там пошел, смотри. Вася, вон там пошел, пойдем. Возьми булочку, пойдем вот туда. Доел им хлеб, он морковки хочет, смотри. Ну как хрямкает. Хру. На. Хру. А ты хочешь последнюю морковку или да? Не хочу. Ты чё? Чё, Ян, варежку твою, что ли, загрыз?
А я не, дай она с тобой. Ну давай, я чую. Ему не просунуть голову, видишь, он языком черный. Дай. А, все же. Все. В следующий раз морковку надо брать. Да. Это неинтересно. Яна, ручки береги. Козлик. Это не козлик, Яна. Надо Вовке ржануть. Яна в домике. Яна, пойдем возьмем саночки, пойдем покатаемся. Денис, последний завтрак, между прочим, сегодня в нашей компании. Завтра мы тебе уже не составим компанию. Ты это знаешь? Да, знаю. Вот мы. Мама, можно мы тебя поснимаем напоследок? Мам, а почему? Чего почему? Почему? Потому что завтра Денис уезжает. Да? Летаешь на самолете. Да. На трех самолетах. Вот Денис доедает тигренкину кашу. Понравилась тебе тигренкина каша? Да. А вот папа сидит довольный. Тоже уже доел тигренкину кашу. Хочет и темно. Да. Денис, как тебе твоя поездка? Хорошо. Понравилось? Скажи, ездить это не сидеть дома учиться. Ездить оно всегда хорошо, да? Да. Вот нам сейчас Денис рассказывает, как по-английски надо говорить. Как по-английски блинчик с мясом? Блинчик с мясом? Блинчик with meat. Вот блинчик с мясом как будет? По-моему... Я забыл это слово. То есть у них вообще... Я говорю, блинчик. Блинчики, наверное, редко встречаются, да, у вас там? У нас блинов вообще нет. Но блинчик с мясом, у него есть какое-то одно название, я забыл какое. То есть так редко встречается, что даже название. Редкое ископаемое... Ну да, он встречается только блюдо. В китайском ресторане. Вот так. Да. Ну ладно. Он называется, да. Как по-английски? Пропусти меня. Как по-английски пропусти меня? Please. Да? Free my pass. Ну, Алёша, то, что ты у нас супер владеешь английским языком, мы знаем. Мы Дениса спрашиваем. Уже не затрудняет, он забыл. За 10 дней пребывания в России Денис напрочь забыл английский язык, американо-английский. Говорит исключительно по-русски. Egg roll. Ой. Egg roll – это блинчик с мясом. Здорово. Ну а пропусти меня, Денис, скажи и все, и будешь есть блинчик с мясом. Свой игру или как он там. Чего сказать? Пропусти меня, тебя спросила Яна, как бы. Let me buy and let me have my игру. О, как длинно. Чего? Let me have my... Let me buy. And so I could have my игру. Ну, пропусти, чтобы я мог съесть блинчик с мясом. А свинья говорит ойнк-ойнк. Сейчас тут она говорит хрю-хрю. Ну, а еще чего там смешного? Не помню что-то. Ну вот. Я про Бэмби захотела. Можно мне это? Можно? Масло. Мам, я про Бэмби захотела.